Дети понимают, что родителями быть тяжело, и не все к этому готовы. Не хочу, не буду, не буду, хочу играть! Все, все, я поняла, быть родителями очень тяжело! Ну вот, то-то же! Спасибо вам, девушка. Спасибо, что воспользовались нашей услугой «Ребенок на час». Не забудьте мне поставить 5 звезд. На сцене в этот вечер опытные участники и новички. В клубе «Веселых и находчивых» в этом сезоне дебютировали сразу 2 мытищинские команды – «Третьяковка» и «Мисс Мытище». Последнюю так назвали в честь одноименного конкурса красоты. Именно там познакомились участницы. Елизавета Сухорукова – самая молодая в команде. Это не мешает девушке верить в свои силы и добиваться успехов. Если ты будешь прилагать большое количество усилий, и тебе это будет нравиться, то у тебя все получится. Капитан Третьяковки тоже уверен в своей команде. Ребята проделали огромную работу. Многое придумали сами, но от помощи старших наставников из центра «Импульс» отказываться не стали. Я загадывать не хочу. Если все будет хорошо, то мы намерены бороться только за самые высокие места. И надеюсь, что это будет в премьер-лиге. Оценивать шутки непросто. У опытных членов жюри уже есть свои критерии и вкусовые предпочтения. То, что на сцене появляется много новых команд – положительная тенденция, говорит член жюри и игрок высшей лиги из команды сборной города Егорьевска Егор Збруин. Очень интересно наблюдать, как они растут из лиги в лигу. Вот. И бывает, думаешь, вот их хочу взять в свою команду, чтобы и им помогать, и себе помогать. КВН всегда была игрой популярной, всегда была той игрой, нашей игрой, российской, русской, как правильно сказать. Вот. И это отличное место для самовыражения молодежи, детей, взрослых, кого угодно, кто хочет показать себя в творчестве. В зале царит атмосфера веселья. И детские команды, и команды постарше получили заряд позитива и поддержки. То, что на сцене были дети и подростки, говорит о том, что возраст юмору не помеха. Мы очень часто ходим на КВН, и нам очень интересно видеть новые команды. Это новые эмоции, новые впечатления. Мне нравится КВН за то, что я постоянно прихожу сюда и получаю новые какие-то эмоции, новый заряд впечатлений, и мне его хватает до следующей игры. Игра прошла удачно для многих команд. В полуфинал прошли 13 из них, среди которых и наши мытищинские сборные. Полуфинал открытой Мытищинской лиги КВН состоится в молодежном центре «Импульс» уже в сентябре. У ребят есть время, чтобы подготовиться и выйти к зрителям с новыми шутками. Александра Дорохина, Денис Корнев, Первый Мытищинский.